Всем привет, уважаемые подписчики моего канала. С вами Задрот сотого левела. Сегодня я продолжаю проходить игру Assassin's Creed. Мы находимся в бюро ассасинов. Поехали. Сейчас заберем лучника. Ух ты. А как он меня спалил? Он меня видит через стены. What the fuck? Дайте я ему въебу, блядь, быстренько, пацаны. А у него меч есть. Побежали, горожане, нас спасем по фасту. Так, давайте сюда спустимся. Да спустись ты, а. Спустись, красавчик. Так, давайте отсюда пойдем быстренько. Тык-тык-тык-тык. Давай туда прям, красавчик. Надо контратаку делать. Блять, я же нажал. Хорошо. Это не добрый знак. Это кто? А, это сейф. Это мой сейф, но, пожалуй, мне это не надо. Пожалуй. Давайте спасем еще горожанина. Где? Еще кого-то спасти надо. Да я запросто. Опа, флаг. А если я пройду через них? Блять. Все, мне пизда. Я умер. Мне надо быстрее куда-нибудь залезть. Сука, я не понимаю, как он быстрее меня бегает. Я вот этого... Меня это прикалывает просто. Как он быстрее меня бегает. Залезь, сука, залезь, долбоёб. Залезь, долбоёб, долбоёб, залезь. Ебать, у меня ассасин просто такой хуйсос худший в мире. Блять. Сука, я уже уклонился. И до расы я вас... Ебать вас тут! Ладно, я умру, короче. Кто следующий? Вот, контратака, ебой! Кто следующий? Давайте. Ах ты, сука. Ты
Есть. Есть контакт. Сука, куда побежал, крыса? Куда, блядь, крыса побежала-то? Кто, чё? Ебать, он даже... На! Ублюдок. Нет, хуй, блядь, выёбываться, суки. Все, пошлите, пацаны. Я с вами. Погнали. Я обычный монах. Никого не бил. Не убивал. Кто это, блядь, говорит? Все, я понял теперь, как выигрывать. Это вы, что ли, говорите? А мы туда будем идти или как? Блять, мы по кругу, ну ладно, не надо тогда. Мне надо выбраться из города. Как это сделать? Знаю то, что можно пройти через стражников. Это вы, блядь, крысы, пятером нападаете. Вы что-то смеете еще пиздеть. Ой, блядь, подожди. На, сука. Кто еще? Следующий кто, блядь? Сука. Ах вы крысы, да, кто там крыса? Пятером там деретесь, блядь, против одного. Хера тут народу. Давайте уже выберемся с города, мне надоело, блядь, уже драться с бичами этими. Все, бежим из города, быстро. А, я уже в этом городе. Все, я понял. Это город там кого, тамплиеров вроде. Ну кто? На тебе тоже, сукин сын, блядь. Кто следующий? Так, ты? Ну давайте тоже. На. Давайте, кто следующий? Кто? Ну бейте, чё? На. Следующий, кто? Ты? На тебе тоже. Ой, блядь. Давай, ты теперь. Отлично. Тебе тоже надо? Ну, на. Теперь ты, сукин сын, один на один, на. Ну, ты тоже. Все, земля тебе пухом, братишка. Да не за что. Не за что, старик. Обращайся. Да мне, в принципе, защита не нужна. В принципе, мне защита не нужна. Ой, бля, началось. Ушел, проверь. А мне можно вообще-то? Тебе нельзя. Ебать ты, мусор-ассасин! Ёб твою мать!
Я ебал. Ассасин, ты хуесос, что ли, ёбаный? Блядь, да ебать я в рот. Все, готов, мальчик. Земля пухом. Опять горожанина, блядь. Я только что дрался с типами. Блять! Блять, да ударь ты, ебать! Долбоёб! Пиздец, блять, бесит меня этот ассасин, блять, он тупой какой-то. Блять, ты бежать будешь сейчас еще, сука. Крыса ебаная. Хорошо. Не за что. Так, подслушать там уже что-то. Давай, блядь. Выйди отсюда. Maybe слезешь. А где... где скамейка? Ладно. Итак, куда нам? Это нам к ученым надо, да, я так понимаю? Да. А, блядь. Это ученые обычные. Где задание-то взять? Хлоу. Ребят. Бюро ассасина сгонять, может быть. Давайте в бюро ассасинов сходим. Может, там есть что-то полезное. И вот он показал наш пошмак
Ассасин настолько круто, что он даже руки не использовал, когда залетал. Ну, лучников очень много на самом деле. Я слушаю горожанина опять. Где? Я слышу. Вот это что ли, или где? Я слышу горожанина где-то бьют. Вот здесь за стенкой. Да не за что, не за что. Я на твоих глазах спас тебя, убив их, и ты не заметила даже этого? Кому? По этой лестнице, короче. Так, спустись-ка. Отлично. Так, вот бюро ассасинов, давайте сюда. Я думаю, нам сюда и надо, да? Да. Значит, нам не надо было к нему? Ой, блин, я так время зря потратил. Я не могу тебе ничем помочь. В городе ты найдешь способ выполнить задание Аль-Муалима. А где твой Аль-Муалим, хренов? Наблюдатель. Аль-Муалим, ты где? Ученые. Аль-Муалима-то нет. Может, точка обзора пойти обследовать? Я не знаю, что еще сделать, чтобы задание... Новые были. Я помню, там лучник вон там был. Или я его убил уже. Кто-то хрень какой-то несет там. На каждую точку обзора, короче, буду залезать прям и смотреть. Так, вижу новое задание. Тебе в деле с этим безумным доктором. Напомни, тебя не должны заметить, иначе они поднимут тревогу и придется скрыться, а затем начинать все сначала. Хорошо, постараемся. Я думал, с первого раза я не выполню это задание, это будет очень трудно.
Все лучники убиты. Теперь возвращаемся, да? Фух. Почему ты не можешь прыгнуть сюда? Спасибо. Почему ты не можешь туда пойти, я не знаю. Я... Сюда как трудно играть. Ты можешь спуститься? Ну, пожалуйста, ну... Блять, у меня горит просто из-за тупости этого персонажа. Спрыгни! Спасибо. Прекрасная работа, Андрей. Тебе, когда лучники убиты, я смогу заняться своим делом. Отлично. Это заказ на работу в госпитале Гарнье. Возможно, ты найдешь ему применение. Хорошо. Получено как. Ну, пойдемте тогда. Бюро ассасинов идем. Да слезь ты. Молодец. Как идут поиски Гарнье? Я знаю, когда и как его убить. Тогда расскажи мне, что ты знал. Он живет и работает в больнице Ордена, на северо-западе. Говорят, что там творятся какие-то зверства. Ему нравится ставить эксперименты на людях. Многие жители Иерусалима похищены и привезены сюда. Не глупо. Он избегает подозрений. Похищая людей в другом городе. Вернемся к делу. Каков твой план? Гарнье почти не покидает свою комнату в больнице, но иногда выходит посмотреть пациентов. Во время такого обхода я и нанесу удар. Вижу, ты обдумал свой план. Я отпускаю тебя. А, перо заберем. Очисти этот город, и может этим... Ты искупишь свою вину. Ты можешь отдохнуть здесь, пока не будешь готов. Перемотка на более поздний участок памяти. Ой. Пойдемте завалим уже этот типа. По крышам, тупо по крышам, паркур. Так, я слышу кого-то. Ой, я думал, что это? Да ладно. Но я расскажу своим братьям, что ты наш друг. Да не за что обращаться. Это я так понимаю, вот эти челики, они за меня, да? Так, мне как-то сюда надо залезть. Ты что? Ты больной, что ли? Я не понимаю. Ой, сори, сори, сори. Сейчас въебу, сори.
Что, блядь? Что это за псих? Что это за психи больные какие-то, ублюдки? А, это больница. Окей, я понял, что это такое. Нет, помогите, помогите мне! Помогите, пожалуйста, вы должны! Можно я в ебу сейчас пойду, блядь? Хули они вдвоем на одного? А как к нему пройти, допустим? Как отсюда можно как-то, наверное, да? Блять, опять эти психи. Как они меня бесят. Блять, психи ёбаные, отойдите. Ой, блядь. Блять, какие они дауны. А я его подожду здесь и убью его. Сука! Блять, нацелься на этом типе, блять, уёбище. Сука. Ебать, меня дед разъебал тупо, как дауна конченого. У меня ассасин нацелился просто на другого типа, который убежал, блять. Как это тупо, пиздец. Блять, меня еще бесит вот эти дауны, хуесосы, блять, которые здесь больные, сука, уроды. Я тебе сейчас въебу, блять, лучше отойди нахуй.
Иди нахуй! Уёбище. Иди нахуй, я сказал, блядь, долбоёб. Ты тупой? На, ну да, ты тупой, блядь, уёбок. Уйди нахуй, долбоёб. Уйди ты тоже, сука, от меня. Закрой рот, блядь. Отъебись, сука. Отъебись, сука, блядь. Мразь ты конченая. Почему этот тип? А, он сюда идет. На! Чему? Соля. Все, пошел в жопу, старый ублюдок. Ой, ебаный в рот этот. Пошли нахуй. Ой, блядь! Ой, блядь, не, я в рот ебал. Это нереально выиграть.
Блять, да это нереально выиграть! Ну, я в рот ебал! Ладно, давайте попробуем окупить всех. Сука, ассасин. Ну, ассасин, блядь, ну хуесос! А, вот быстрее бегать как. Пока захилимся. Сука, мне надо спрятаться. Пока захилимся. Пиздец, я просто охуеваю от вот этого тупости ассасина. То, что я постоянно защищаюсь, начинаю делать контратаку, а он не хочет просто контратаковать. Я просто охуеваю, блядь. Ждем, пока они отстанут от меня. Или их там надо было всех завалить. Короче говоря, что мы сейчас делаем? Мы как-то бежим в бюро ассасинов. И пытаемся скрыться там. Давай, давай, ассасин. Нам как-то надо быстро добраться прям в это бюро, пока нас не убили. Не могу поверить, что он ушел. Что он делает? Он залагал? Он багнулся? Ты что, придурок, чувак? Блять, ну он до бесконечности так будет делать, я не знаю. Я, короче, бегу в флаг, вообще похуй не беру. Не беру. Бежим как-то до бюро. Любым способом. Почему мы ведем этот разговор?
участок памяти. Перемотать память дома Сиафа. В смысле? Зачем мне это? Допустим, нет. Ладно. Я думаю, на сегодня на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.